Всем привет! Биткоин очень хорошо вырос. Даже очень при очень. Если посмотреть по FIBA, мы как раз дошли до уровня 48467. Зона такого сопротивления, которого я указывал в прошлых видео. Сейчас скроем график биткоина повторяющийся. Сейчас он сделал небольшую такую коррекцию в практически 1,5-2%. Что у нас дальше? Дальше, поскольку у нас выходные дни, возможно будет небольшая коррекция. Выглядеть она может быть так. Почему эта штука у меня на 3%? Может быть. Ну, если так пойдет, конечно, будет. Может, максимум 5,4. Мы не на максимуме, в принципе, сейчас торгуем. Есть куда расти. По FIBA еще на 51 и 51. 50, 156 и 51. Мы можем вырасти. Поэтому. Что у нас тут? Ну да. Короче говоря, у нас может быть после того, как небольшая сейчас коррекция пройдет, мы импульсом можем добиться 50 тысяч. Отсюда мы можем опять на коррекцию уйти в как раз 5%. Ну вот тут уровень, да. Уровень. Отсюда он может быть на 46-47. Ну где-то сюда. Процента. Вот. Тут может проторговка быть и какой-то отскок. Вот как раз этот уровень будет служить нам зоной поддержки, уровнем поддержки локальным. Это 46 700, 46 800. На дне. Но еще нету признаков такого сильного падения. То есть у нас раз, волна, два, три. Я, кстати, думал, что будет локально. Я в прошлых видео рассказывал. Я думал, что локально будет коррекция ниже. То есть на 42,7 он сделал на процент и пошел вверх. Но, тем не менее, все равно удалось с помощью этого заработать. Поэтому, поскольку вы уже понимаете и знаете, что от биткоина зависит и движение всего рынка, то я думаю, что биткоин хорошо сейчас вырос за сколько, несколько дней, 12%. Обычно, знаете, как когда мы вырастаем больше, наверное, 15%, но смысла нету особо тем, кто шортит, ну то есть они их уже ликвинуло на фьючерсах большинство, и цену спускают вниз для того, чтобы опять все набрали либо лонгов, потом мы делаем откат, либо после того, как цена снизилась очень достаточно сильно и уже начинает сходить большинство людей в шорт, тут начинает разворот в лонг. Так, ну примерно. Я сказал свои мысли. Мы их можем попробовать зафиксировать на этом сайте. Кстати, регистрируйтесь и тоже чертите. Вот так вот я думаю, что отсюда мы можем пойти вниз. Понятно, что мы можем и отсюда пойти вниз, но пока мне кажется, что мы можем еще чуть поднабрать. Сразу будем публиковать. Вот так вот, локальный биткоин. Что нам не нравится? Что-то не хочет.
Так. Выберем так. Опубликовать идею. Поэтому мы слишком короткое описание. Что мы можем еще добавить? Торгуйте. Так, торгуйте в любом случае с стоп-лосс. Знаете, в чем ваша проблема? Почему большинство начинает сливать деньги? Потому что вы слишком большие плечи ставите, слишком большую маржу и быстро выходите. То есть, когда цена пошла не туда, вы понятно, ну, стоп-лосс это 100% надо, но вы краткосрочно смотрите на минуту, и это вас не спасает, и вы начинаете терять деньги. Вы должны видеть на несколько шагов вперед для того, чтобы выждать там несколько часов и получить все-таки там 100%, то есть 1%, 2%, 3%, то есть это видеть, а не целиться, знаете, как... Короче, в любом случае, когда вы торгуете на фьючерсах с большими плечами, у вас будет минус. И вот сможете ли вы с этим минусом каким-то там, я не знаю, где вы там заходите, с этим минусом дальше торговать? То есть мало кто заходит на самой верхушке, да? Вот если вы шортите, вот представьте, там цена. Давайте сейчас я покажу. Все, опубликовали. Теперь вы можете потом заходить на этот сайт и смотреть. Вот, смотрите. Да, на этот сайт и нажать стрелочку вперед и видеть уже, насколько мой прогноз, скажем так, насколько мой прогноз отыграл. Мы, кстати, можем дойти, тут я, может, сильно погорячился, но мы можем дойти до вот этого уровня, а потом отсюда вниз. Вот так вот еще можем. Можем еще дальше продолжить и от этого уровня идти вниз. Вот. Вот так вот может быть. Но не важно. Важно то, что эти часы мы будем, знаете, к такой проторговке, некой проторговке, и особо проценты мы на биткоине не получим. Можем получить в краткосроке, в долгосроке. Это что ж такое? Сейчас цена упадет вниз. Не намного. Вообще застряла. Вы это видели? Вообще удивительно, да? Вот как можно так торговать? Оп-оп-оп, видели-видели? Оп-оп-оп-оп. Вот так вот, если вы будете видеть в долгосрок, это, блин, 0,11% вообще. Микроскальп, блин. Не, ну вот это, торговля, это же просто вынос мозга. Вот здесь, то, что я хотел сказать. Вот мало кто заходит вот здесь вот и терпит вот как раз вот это движение вниз. Потому что вот тут вы зашли, даже не тут вы зашли, вы где-то здесь можете зайти, тут пошел в минус, и вы здесь вышли, потому что у вас там написало, сколько может там на 100% написать? 0,006 вообще ни о чем. Короче, на альткоинах это графики, они практически идентичны, просто процент другой. И также будет, вы здесь зашли и здесь вышли, и не дождались вот этого падения, вы тут зашли в шорт. И вот в этом ваша проблема, в том, что вы не видите движения цены и спешите, очень спешите выходить со сделки. Смотрите, видите, вот написал, нарисовал. Вот, пожалуйста, отсюда, сколько там было, вы бы уже получили 0,16%. Просто на биткоине, поверьте, на биткоине торговать непросто. В плане, он не сильно больше много дает процентов. Вот когда происходят вот такие пампы, вот тогда вы можете заработать. Это хорошо. Вот 4%. Это круто. На 100 плечо это 460%. Но не все видят. И ваша задача видеть, научиться видеть движение цены. Ну, сейчас вверх, да, пойдет. Вверх пошло. Вот так вот.
Не намного вверх пойдет, скорее всего. 15 минут. Это слишком большой я нарисовал. Он может вот так вот развернуться опять.